А митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий в день своей архиерейской хиротонии совершил литургию молебен на начало учебного года в Ташкентской семинарии. Еще в 1990 году стараниями епископа Владимира, ныне митрополита Омского и Таврического, было открыто Ташкентское духовное училище, а в 1998 году определением Священного Синода духовное училище реорганизовано в семинарию. 31-ю годовщину со дня архиерейской хиротонии отметил глава Среднеазиатского митрополитчего округа и постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви митрополит Викентий. 2 сентября 1990 года в Христорождественском соборе Кишинева святейшим патриархом Алексеем II архипастырь был хиротонизан во епископа Бендерского, викария Кишиневской митрополии. За богослужением молились преподаватели и студенты Ташкентской православной духовной семинарии. Митрополит Викентий совершил благодарственный молебен ко Господу в соединении с молебном перед началом учения для учащихся семинарии, школьников и студентов вузов Узбекистана. Научиться быть христианином, быть тем, который стремится к небесному Отечеству. Быть тем, который полюбил Небесное Отечество и ради Отечества Небесного готов потрудиться в этой жизни, жертвенно служа ближнему, чтобы сподобиться вечных благ Царства Христова. В завершении напутственных слов, обращенных к семинаристам, последовали поздравления от священнослужителей и мирян в адрес митрополита Викентия в честь его 31-й годовщины со дня архиерейской хиротонии.